Управляющим компаниям с огромными долгами перед Камчатскэнерго выдают паспорта готовности к зиме. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании. Там говорят, что одно из обязательных условий получения этого документа является отсутствие долгов у потребителей за поставленные услуги. Еще в июле энергетики рекомендовали главам 7 поселений Елизовского района, а также главе Петропавловска, включать в перечень замечаний к управляющим компаниям необходимость оплатить задолженности или заключить соглашение о рассрочке до начала отопительного сезона. Но при выдаче паспортов это требование было проигнорировано. В Камчатскэнерго говорят, что долги управляющих компаний за тепло составляют более 2 миллиардов рублей. Самый большой долг у потребителей Петропавловска. В Камчатскэнерго говорят, что неплатежи тормозят. Необходимые ремонты оборудования ставят под угрозу своевременные расчеты энергетиков с транспортными и топливными компаниями, подрядными организациями и угрожают стабильному и безаварийному прохождению осенне-зимнего периода. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram.